Валерия Дмитриева учится в 9 классе. Уже точно знает, какую профессию выбрать. Говорит, больше всего нравится работать с детьми. Хочу стать психологом, возможно, даже школьным. Ну, чтобы помогать людям, как справляться с какими-то переживаниями. Школьница уже подала заявку на зачисление в педагогический класс. Он здесь, в 4-й Можгинской школе, откроется уже в следующем учебном году. Попасть в педкласс могут все желающие, в том числе и из других школ Можги. Главный критерий – заинтересованность в будущей профессии учителя или воспитателя. По примерным подсчетам, в спецклассе будут учиться до 25 человек. Для них уже разработан методический план. В первый год обучения в 10 классе, конечно, акцент будет сделан на профориентацию детей. В основном это будут экскурсии, профессиональное тестирование. Естественно, будет организовано сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. Это центр дополнительного образования детей, это дом детского творчества. Ну и хотелось бы выйти за рамки города и участвовать в реализации программ Дома научных коллабораций УДГУ. В 11 классе акцент сделают на подготовку к единому госэкзамену по профильным предметам и участие в вузовских олимпиадах. Победа на них дает выпускникам дополнительные баллы при поступлении. Региональный проект «Педагогические классы» запущен в республике уже с этого года. Сейчас в нем участвуют 375 учеников со всей республики. Помощь в обучении школам оказывают Глазовский педагогический институт и 7 СПО педагогической направленности. В 2021-2022 учебном году открыт 21 педагогический класс. Свои направления они реализуют по-разному. Например, в 9 общеобразовательных организациях города Ижевска и Чулбодинского района реализуется модель профессионального обучения по педагогическим специальностям. 4 образовательные организации города Сарапула, Увинского, Ярского, Балезинского района участвуют в реализации дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической направленности. Программа реализуется в сетевой форме совместно с Глазовским педагогическим институтом и Увинским профессиональным колледжем, Ярским политехникумом. Главная цель регионального проекта – заинтересовать школьников профессии учителя. Многие учителя, закончив вузы, не приходят в школу, поэтому мы хотим уже на базе своей школы тоже как-то немножко привлечь детей, чтобы они понимали смысл преподавания и пришли даже, может быть, в двери нашей школы, потому что вакансии всегда есть. Сейчас школы республики остро нуждаются в учителях русского языка, математики, английского и географии. Анна Ковырзина, Вероника Ваулина, Василий Хохряков. Новости.